Это миролюбивое танцевальное направление, в котором действует правило «no touch» – соперники не могут прикасаться друг к другу – появилось благодаря разборкам в американском Бронксе. Брейк-данс. Сегодня ему 44 года. Началось все еще в далеком 1973-м. Именно тогда один известный американский рэпер устроил вечеринку в честь нового учебного года. Диджей использовал две пластинки и удлинил инструментальные проигрыши, что позволило людям и слушателям танцевать дальше. Стиль, в котором они начали двигаться, получил название брейк-данс. Брейкингом занимаются танцоры по всему миру. И столица Чувашии им не исключение. Брейк-данс, то есть руки напрягаются, можно... отличный способ поддерживать свою физическую форму.